Ирина Юрьевна, из года в год у нас одна и та же проблема – нехватка мест в детских садах. Мы знаем, что одновременно учреждения-то детские строятся. Вот какова ситуация сейчас? Сколько и где появятся детские сады в Петрозаводске? Вы совершенно правы. На фоне того, что каждый год в городе Петрозаводске появляются новые садики, очередь городская увеличивается. Это связано с тем, что миграционные процессы достаточно активны, и в город Петрозаводск приезжают новые жители. Таким образом, обязанность местной власти обеспечить и новых жителей города Петрозаводска, и своих коренных жителей местами в дошкольных организациях. В этом году у нас, благодаря нацпроекту «Образование и демография», сразу несколько садиков строятся, либо уже готовы к вводу в эксплуатацию. Но самый первый крупный объект – это садик на Попова на 300 мест. Уже получено положительное заключение надзорных органов, и с 1 сентября садик примет своих новых воспитанников. Подходит у нас два садика по 150 мест на Куковке. Это тоже район, застраивающийся и заселяемый активно молодыми семьями, поэтому там эти садики очень нужны. На Ключевой строится большой садик, и в ближайшее время мы начнем строительство садика на Хейконина и также проектирование садика на Куковке. Во всех этих районах очередь достаточно большая, и там очень большая востребованность в новых садиках. Поэтому, собственно, выбор мест строительства определялся, исходя из запроса родителей, с тем, чтобы было удобнее и ближе добираться к дошкольной организации. Спасибо.